сегодня мы с гордостью готовы открывать финал пятых юбилейных соревнований Huawei Honor Cup 2019. Уверен, вас всех ждет светлое будущее. Удачи вам! We hope that this the competition we will nurture the young specialists towards the ICT transformation enterprises, sharing global technologies and the methods of digital transformation with the Russian companies. Хорошая возможность повысить свои знания, ведь дух соревнований он как-то подстегивает тебя изучать новое. Участвую четвертый год. Первый год я не вышел вообще никуда. На следующий год, в 2017 году, я вышел в финал. В 2018 году занял второе место. И в этом году покорил первую строчку пьедестала. Каждый год появляются новые технологии, новые стандарты. Постоянно нужно учить. Практически на ежедневной основе что-то для себя узнавать. Иначе останешься где-то позади и не будешь владеть актуальными знаниями. Если вы будете глубоко постигать какие-то тематики, там 5G, искусственный интеллект, если вы будете в себе развивать логическое мышление, подходы какие-то, то вот эти вот, как сейчас говорят, софт-скиллы помогут вам и дальше изучать и развивать новые направления. Организация всегда на высоте, то есть я не первый год участвую. Классное шоу, классное мероприятие, ведущие. Ну и пожелаю использовать те материалы, которые дает Huawei, как бы весь Honor Cup, очень удобные вебинары. Ну и переносить это на практику, это очень полезно, это самое главное. Выигранный приз я планирую потратить на покупку машины. Я желаю не бояться и пробовать себя, потому что я вот никогда в жизни ничего не писала, но почему-то получилось. Я верю, что так сможет в чем-то попробовать себя каждый. Я уже езжу на финал Honor Cup не первый раз. Начинал выступать с 2017 года. В то время я занял третье место, сейчас первое. Готовьтесь, и все у вас будет хорошо. Главных свершений. Удачи вам, ребят!